Привет, друзья! Меня зовут Анастасия, мы работаем с 2008 года и сегодня приглашаю вас познакомиться с потрясающим комплексом Bella Bay Resort. Этот комплекс находится на променаде, это главная туристическая улица города Хургада. Комплекс со своим пляжем, как вы можете видеть. По сути, это отель. Но, естественно, здесь будут продаваться апартаменты под постоянное проживание или под отдых. То есть он не будет функционировать как отель, но по сервисам, по качеству данного комплекса можно его и позиционировать и так. Если вы хотите взять себе большие апартаменты, вы можете их объединить и получить именно ту жилую единицу, которую хотите. Вы можете приобрести квартиру, всего лишь оплатив 10% первоначального взноса и в дальнейшем уже рассрочка. В зависимости от первоначального взноса будет длительность рассрочки. Комплекс Bella Bay Beach Resort состоит из трех корпусов, и в каждом из них будет различный вид. Например, вот из этого корпуса вид у нас на бассейн, на внутреннюю территорию комплекса и, конечно, боковой вид на море. В принципе, аналогичный вариант – это в блоке, который расположен напротив. Ну и самый крутой вид, сногсшибательный, можно так сказать, это вид из центрального блока. Вот сейчас вы его увидите. Эти окна смотрят прямо на море. Балконные ограждения, здесь они у нас из стекла. Такой фишкой сейчас часто пользуются застройщики в Хургаде, и это имеет свой успех, потому как ничем не хочется закрывать вид на море, который здесь просто прекрасен. Пожалуйста, проходите. Вот такого типа апартаменты сдаются у нас в комплексе Bella Bay Resort. Это студио. Сейчас вы можете своими глазами увидеть то, как здесь можно расставить мебель. Кровать, диван, даже трехместный диван, кресло, столик. Вот такие апартаменты, они напоминают номер в отеле. Но, в отличие от номера в отеле, здесь у нас кухня. Вот таким образом вы можете поставить мебель в своей кухонной зоне для того, чтобы готовить. Как я уже говорила, данные квартиры можно объединить. Если вы хотите большую квартиру, вы можете выкупить соседние студии, даже квартиру наверху, например, сделать дуплекс. В комплексе Bella Bay у нас здесь центральное кондиционирование. Пожалуйста, посмотрите, как это все выглядит. Застройщик сдает только подведенные коммуникации. Уже всю технику, всю мебель вы покупаете самостоятельно на свой вкус. Сейчас мы выходим на балкон. Отсюда у нас открывается обзор на центральный двор, где будет бассейн, красивые пальмы и сад. Ну и, конечно же, вид на море с красивыми яхтами. Добро пожаловать в ванную комнату. Посмотрите, места достаточно для того, чтобы поставить все, что вам нужно. Здесь у нас душевая кабина, хорошая, глубокая, угловая, с пластиковыми дверями. Место для мытья рук, для ваших принадлежностей гигиенических, зеркал, ну, соответственно, зона уборной. Сейчас мы находимся в квартире, которая имеет вид на сад. Это у нас боковые корпуса комплекса, те квартиры, которые имеют вид на обратную сторону, то есть не на ту сторону, где у нас главный бассейн, а на другую. Вот здесь, если вы пройдете и посмотрите прямо через все балконы, которые вот такой же высоты будут, как сейчас, вы можете увидеть море. Камера, она, конечно, не передает вот эти ощущения. Сейчас у нас время закатное, и просто потрясающими цветами играют солнечные лучи на листве деревьев. И для Хургады, для Египта вообще вот такой вид, он нетипичный. Значит, с правой стороны у нас комплекс с частными виллами. Ну, а с этой стороны спортивный клуб «Марина». Здесь у нас занимаются и детки, и взрослые. Есть большой спортивный бассейн.
комплекс Bella Bay будет сдан в августе 2026 года. За моей спиной пляж, который является частным пляжем данного комплекса. Здесь у нас, конечно же, будут расположены шезлонги и другие удовольствия для отдыха. Заход в море очень хороший, пологий. Не нужно долго идти, как в некоторых районах. Здесь все создано для того, чтобы чувствовать себя комфортно и купаться с удовольствием. Что за прелесть? Это как тот мем, даже собака на море, а ты нет. Особенно вон та. Посмотри, как она охлаждается.